откровенно говоря, такие величины. И вот рекомендую, просматривая видео, остановиться. Вот будет видовое видео, то есть я снимаю на боковые две камеры, и вот будете просматривать, если видовые сюжеты, вот остановите видео в тот момент, когда идет съемка скал. Присмотритесь внимательно, включите воображение, вы там такое увидите. Это местный житель, он тут проезжает постоянно, регулярно, довольно часто, если не каждый день. Для него это как бы обыденная картинка. А я в такую погоду, но впервые вот рассмотрел. Обычно мне выпадало проезжать. Господи, какая же все-таки величественная селенга. Обычно приходилось проезжать в темное время. И обычно, ну, шли дожди, там какие-то осадки были. И особо не налюбуешься. Ну, не видно ничего, что там говорит. Придорожные кусты скрывают русло реки. Ну, вы знаете, трудно передать вот это величие, насколько она на самом деле впечатляет. Попадет на камеру, дай бог. Зеркало заднего вида видна излучина реки. Я когда ее впервые увидел, селенгу, я моментально был в нее влюблен. Ну, наверное, глазами рыбака смотрел, потому что течение слабенькое такое. Очень много мальков вдоль берега было. Прям тучами они ходили, мальки. Это говорит о том, что на глубине охотится хищник. То есть есть крупные. И из-за того, что река не замерзает круглый год, то размеров, конечно, эта рыба огромных.
вообще вот поднимаешься по ступенькам, на самый верх поднялся, вот я смотрел, я еще не осознал до конца вот величие вот этого места. Сделал серию фотографий. Ну, конечно, без вандалов не обошлось. Кто-то краской написал там свои имена или еще что, не знаю. Но эти имена, они не подумали о том, что будут наказаны. Снимаешь, что ли? Блин, забыл правую камеру включить. В принципе, основное на правую камеру снялось. Так, 95-й, 47-90, еще ниже. Река, по-моему, не попадет на видео, на боковые камеры, потому что там эти вот конструкции стальные, они в основном, по-моему, будут перекрывать. Ну, что будет, то будет. Я старался как мог. Картами памяти теперь мне не запутаться. Значит, так, одновременно, наверное, поменяю и на Trend Vision, и на Silver. 4 часа останется. Селинга. Это поселок, что ли? Так и называется.
а поселок, большое село Серенга по имени, по названию реки. Проезжал эти вот поселения, поселки в темное время, блин. Не то дождь шел, не то еще что-то было. Но видимость или ночью это было. А сегодня просто как по волшебству. И погода потрясающая для съемки. То есть освещенность имею в виду. Осадков нет. Отбойник перекрывает реку. Я думаю, в зеркало заднего вида попадает в русло реки.
моя несбыточная мечта. Это на удочку посидеть на берегу, половить рыбу. Этого уже никогда не будет. Надеюсь, что кто-нибудь из подписчиков канала «Видеодорог России» будет сидеть с удочкой на берегу или со спиннингом и скажет: ну вот, чья-то мечта сбылась. Буду очень-очень рад, если это видео кого-то вдохновит. И позовет в дорогу. Нет, дорогой, извини, старикан, путешественник, ну дальнобой, может, его возьмет. Тоже не взял. Еду в Улан-Удэ, дай бог, и поменяю карту памяти на TransVision. Вот открылась панорама на город. Здесь заправка 95, 49, 95, ну повыше немножко. Через 500 метров держитесь левее.
это мост. Мост чуть дальше. Мост чуть дальше. Прерывистая, можно было и не уступать. Благодал. Во всем величии мост через реку Селенга. Фрагменты попадут, наверное, на камеры. Нифига не видно. На поверке невероятно величественно и красиво эта река. Ну, скульптуры оленей на горе. Дальнобойщики кучкуются. Вот вправо видно будет реку Селенга. Но, ну, как она разлилась, сколько у нее такая площадь. Заодно пропущу и этих. Какие живописные, красивые, красивая природа, красивые места в Бурятии. Температура 7,5 градусов. Ну, по прогнозу передавали, что будет 5, даже больше.
скорость. Платон. Вот Улан-Удэ, слева направо, как на ладони, белый город. В Улан-Удэ я заезжал, поэтому по обходной. С одной стороны город окружает горы, с другой стороны через город проходит река.
удивительный день сегодня. Какой-то фантастический, сказочный. Прошлые поездки или ветер с пылью, или осадки. За горами вижу облака.
среди опасных грибов. Ограничение 60. Не видит. Почему? Ну, потому что когда люди выплевывали пельмень последний, чем там, еще чего-то, ну, не знаю, на завтрак вот не пошло, мне надо чем-то допить. Подъемники на наше радио. Наша реклама. Искала тут, что своему Ольге подарить. Нашла автопилот 03. Это что? Они производят потрясающий автоковрик Ева по индивидуальным размерам и дизайну. А еще у них есть отличные авточехлы. А это отличный подарок. Именно. Пиши телефон 57-21-07. А еще у них цикл есть автопилот 03. Здорово, Толик. Привет, Жарик. Ты еще такой унылый? Да вот ремонт задел, отделка осталась. Вот думаю, где брать. А сделай, как я. Покупай в Смите. Что? Как что? Снимут с плеч заботы по подбору и расчету. Решение множества помогут выбрать твое. Персонально, профессионально. Если нужно, рассчитают и спроектируют дизайн за 15 минут. Вот это я понимаю, под ключ. Смит, значит выбор. А знаешь что? Сосиска ты колбаской попалась с паской. Колбаской? Ну, если только с сосисками. Купите в Титане докторскую колбасу от дыма. Цикл работы. Молочные сосиски в подарок. Интересный. Да, счастье есть. Акция действительно с 1 по 30 октября. Здравствуйте. Главная дорога, блин. Я проктолог медицинского центра Диагруп. Как доктор, я действительно понимаю, что визит ко мне вы откладываете как можно дольше. Пора менять вашу жизнь к лучшему и добавить ее комфорта. Приходите на прием к доктору Тандонову в Центр проктологии и эндоскопии по адресу Комсомольская, 6В. Запись по телефону 55-21-45. Он на мотоцикле прет вверх, парень. Рекламная служба Улан-Удэ. 467-329. Кто в наше время слушает радио? Это мы с вами, и нас намного больше, чем можно было подумать. В офисах во время работы ваши клиенты слушают радио. За рулем и в транспорте 23 секунды главной дороги. Занимаясь домашними делами, минута ваши клиенты слушают радио. Тот, кто устал искать музыку в интернете, тоже слушает радио. Прямо в интернете. Новости, которые не нужно читать. Интересные люди, с которыми так приятно общаться. Музыка, которая вам по душе. Все это радио. Его слушают. Его слышат. Закажите рекламу на нашем радио 467-329. Доброе утро, 8:15 в Москве. Прекрасная новость пришла из Амстердама. Там в местном аэропорту взяли на работу 20 свиней с ферм. Поросяток таких. Поросяток. Молочных. Хорошеньких таких, убитных. Для чего, собственно? Не для того, чтобы они дерн облагораживали и удобряли. Они выедают траву, доставки урожая. Дело в том, что на эту траву... Нет, туда их не пускают. На эту траву слетаются гуси. То есть там такая сложная многоходовочка. И гуси, как следствие, гадят на эту траву. Да. Если бы. Гуси мешают взлетающим самолетам. И, в общем, пошли вот таким путем. То есть не гуси отстреливать. Могли бы там, например, 15 охотников посадить. Да нет. Они наняли свиней, свиньи поедают траву. Гуси прилетают. Где наша трава? Уже свиньи сели. Улетит. Гуси полетели в другой лес. То есть это клин-клином вышибает. То есть экология против экологии. Да. У вас. Да. Ну, на самом деле, знаете, если бы я приземлился бы, то да, я, конечно, бы этого увидел. А если бы я уже после недельного отдыха улетал из Амстердама, то я думаю, что меня ничего не удивило, потому что на фоне там встречает солнечный единорог. Генеральный директор аэропорта – это бодрая черепашка. Вот. И самое главное, дорогие друзья, там стоит стойкий запах радости. Скип-холл, да, он называется, как аэропорт? Да, вот там стойкий запах радости. Вот, а вы себя увидите, яблочко в него бросил, сам себе. Так, Юрий, вы богатый путешествие в прошлом. Конечно, конечно. Я всегда возвращаюсь в прошлое, потому что денег на нормальное путешествие у меня нет. На русском радио.
угрожающий полицейский. Ограничение 30. Школьники со школы возвращаются. Замечательное время. Но об этом узнаешь уже слишком поздно. Бабушкин, 161 километр. Это примерно 3 часа. Наверное, так и сделаю.
Пойду спрошу, сколько у меня там. Да, на тренд движения.